Всем привет! В общем, когда-то давно заказывал вот такой мешок специальный, Pump Wage, с накачкой воздуха. Не думал, что пригодится, но, в общем, закрыл машину, ключи остались в ней. То есть машина реально закрыта. Я вот хочу попробовать, получится, не получится. Здесь у меня такой инструмент, им выправляют вмятины для машин. В общем, сначала нужно вот эту штуку просунуть сюда в дверь, для того, чтобы отогнуть ее. И начинаем качать. То есть, обратите внимание, все, машина реально закрыта. Вся закрыта машина. Так, щель появилась. Теперь берем крючок. Засовываем крючок. Опа! Алле, оп! И машинка открыта. Важно, кто закроет машину, звоните. Помогу открыть. Стоит в среднем где-то от 800 до 1200 рублей. За пятихатку могу вскрыть авто. Всем привет.